Нужен легкий, мощный перфоратор со сменными патронами и несколькими режимами работы. Bosch Professional GBH-224DF. Производительный двигатель и высокая сила удара. Три режима работы, надежное немецкое качество, продуманная конструкция, и все это аккуратно уместилось вот в этот кейс. Несмотря на свою профессиональную начинку, перфоратор относится к классу легких. Действительно небольшой вес, негромоздкая конструкция. Инструмент отлично лежит в руках. На рукоятке есть мягкая накладка для большего удобства. Дополнительная рукоятка сделана рельефной, чтобы лучше контролировать инструмент даже в перчатках. Ее положение можно менять. Приятное дополнение – это кейс, куда можно сложить не только перфоратор, но и все его принадлежности. Инструмент предназначен для работы с твердыми материалами, в том числе и с металлом. Мощный двигатель на 790 Вт и сила удара 2,7 джоуля позволяют быстро выполнять любые работы. Мощность регулируется кнопкой пуска, а при необходимости ее можно зафиксировать для непрерывной работы. Данная модель не только на бумаге относится к профессиональному инструменту. Ее ресурс рассчитан как минимум на 75 тысяч отверстий. Защиту мотора во время работы обеспечивает предохранительная муфта. При заклинивании бура она мгновенно блокирует мотор и предотвращает поломку. Шнур на корпусе закреплен шаровым наконечником. Это защищает от случайного обрыва кабеля и его перегибания. Здесь три режима работы. Первый – сверление. У перфоратора установлен съемный патрон SDS Plus. Он очень легко меняется буквально в одно движение. В комплекте поставляется как патрон для отбойного молотка, так и патрон для сверл. Кстати, в этом режиме перфоратор можно использовать и в качестве шуруповерта. Второй режим – сверление с ударом. Он позволяет проделать отверстие в бетоне. Ограничитель глубины сверления не даст проделать сквозную дырку, к примеру, в тонкой стене. Оснащен перфоратор и функцией реверс. Пригодится, если сверло вдруг заклинило. Тут есть своя особенность. За счет особой конструкции щеток перфоратор работает с одинаковой мощностью при любом направлении вращения. Последний режим работы – удар. Инструмент превращается в хороший отбойный молоток. При этом угол установки долота можно изменять, подстраивая перфоратор под любые задачи. Эта система у Bosch называется VarioLock. GBH-224DF – универсальный, мощный и удобный инструмент. Он подойдет как для бытового, так и для профессионального использования.